Пиздец. Парень на школе, прощай. Да пиздит он, блядь, не может этого быть. Ну, у меня через некоторое время видео появится, я посмотрю. Обработается. Трансляцию когда останавливаю, она через некоторое время потом мне можно будет посмотреть. Доступно мне для просмотра. Если есть, я тебе скажу, что мы косили. А хотя, в принципе, я, наверное, опубликую. Ты можешь тоже будет тебе попытка посмотреть. Вот, кажется, я его нашел. А, это домик. Во, вот здесь вот рез пройти этот. Урал. Он реально охуел, ебать, когда, если бы он там сидел. Надо было в машину его сразу залазить, мне кажется. Запись все покажет, что вскрытие покажет. Читер стопудов не дает. Ну, либо мы с тобой не поможем. Думаешь? Да. Я, кстати, видел попадание в машину, когда вниз взял чуть-чуть, думаю, может, не попадаю в водилу. Взял вниз, было попадание в машину, значит, водилу я, по идее, должен был попадать. Ну, я в стекла попал. Стекла надо было в переднюю стрелять, там, где водитель, в левую сторону идти. Юг много. Что-то Урала я тут не наблюдаю, если честно. То есть это еще не факт, что каждый раз перезагрузка окон здесь будет это, да? Ну, по дороге чистать. Ну, там он уже херню видит. Тридцать шесть техники, блять, мы лазим сколько? Часа два? Во сколько мы сели грабли? Ну мы ж лазили где? Мы ж по краю карты лазили, видишь? Один тип догадывается, что надо прятать края карты. А как он заправлялся, я не помню, потому что заправлялся. Мы бы слышали. А? Мы бы слышали. Я ничего не слышал, просто стояла машина и все. Да. Зомбаки не на кипише били. То есть машина, я вчера в автобус... Зомби вообще на нас появились. Во, я тебе начал скажу, я вчера в автобус... Я правда не знаю, как тут... Да, там что-то... Не пойму, что там такое. И вчера началась такая движуха этих зомбаков за Икарусом. Я тебе говорю, я в шоке был. Легче пешком ходить. Я тоже, он врет. Какое-то желтое на бугре, не помню. А, все, первый этот.
У нас плохо, что всего одна фляжка. Мы с тобой одновременно пить начинаем пить. Ну, что страшно. Ну, сейчас дойдем до воды, заполним фляжку. Напьемся и в зелено пойдем. Не, о, где-то он наебался, я говорю, реально. Он приехал. Ну, да не исключено, я давно не играл. Ты новенький. Вот, вон она наверху. Как он, какой у него ник был? Блин, не помню. Нашел я машину его. Где? На холму. На холме. На каком? Ну, вон, сзади нас. Слева, что ли? Да. Вижу. Сыня, сыня, сыня. Ну и что? Предложение, пожелание. Пиздануть. А? Пиздануть. Возможно, где-то рядом. Он? Да. Что я тебя завалю? Что мне это было интересно? ДЗ, АПЗ, что-то не знаю. Раз, два. Что? Нет, нет, стой, 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 на лете, смотреть онлайн. Нет, он не онлайн. Вот машина жопой к нам стоит. Угу. Он не онлайн? Нет. Слышал, ну что, слева-справа или как? Входим? С одной стороны, да. С какой? Слева. Читер, сука, стопудовый. Каждая елочка. Елочка проверять. Все елочку надо проверить. У нас лежит где-то. Выходит всегда под елочку. Ты вот потерял. Я тебя вижу. Сзади тебя. Четко сзади. Так, угу. Старайся держаться четко сзади. Что? Казалось? Ты ищешь его, не понял. Ты его ищешь? Ну, в елочке вначале мансуру. Смотрим. Так, теперь бы машинку найти. Была с того холма, да? А? С того склона была.
Я просто елки отбежал. Так, мне страшно признаться, но я потерял где она. Вот она, воу, по мне. А, верно. Ну все верно, значит, я не потерял. Бежали все идеи. Ну давай, садись, я поехал. Она без теплая. Ну и что? Ну там мы с тобой уродовали. А, он колесо себе сбил. Боди у нее пацаны колесо. Возможно. Странный тип. Да чипер он, какой-то тип. Что это было? А он тут жрал. Он вот тут вот где-то вышел. Видишь? М? Жрал. Раненый, значит. Скорее всего. Давай к машине иди, сейчас уедем. Нет, не проблема такое. Ну, вот это ты там ездишь. Стекла надо долго поставлять, блин. Ну, что-то колеса надо починить, двигатель починить, конечно. Написано, что тело машины травмировало. Недалеко он ушел. Но нес его отца вообще, как усратый его. А тут фишка очень долго. Я не могу никак приблизить ногу, смотреть, как я. На клавиатуре так, на Enter, ты третьего лица смотрел. Можешь, кстати, из машины посмотреть, прикольно видно. Или так? Сзади. Стекло побит. Слушай. Все. А можешь перерывчик небольшой сделать? Ну давай, я пожру и там это что-нибудь. Сейчас тогда отвезем машину. Я тоже. Ты перерывал? А? Сейчас заныкаемся. Ты на сколько прорвемся? На часик, на пол? Как получится. Я схожу пожру тоже.
мне это. А что, у нас он канистра есть? Канистра в машине есть? Сколько? Бензином все. Да. Да черный. Сколько входов? Не видишь, да? 14. Сейчас напишет 22. Да нет, сейчас сразу 30 напишет. Или 30. Ну, если 30, это сразу можешь сказать, что нет. Ну, а мы что с тобой? А, и 20, да. В принципе, сколько не прятай, все равно найдут. Один хуй неприметная, да, синяя, да. Так, ну-ка. Видишь, как я залез? Ну, да, вот. Можно отсюда за сиденье водителя сесть. Ну, голова-то все равно торчит. Да видно. Что, куда уходим? Ну ты выбирайся, ёлку, выходи там. Я хочу посмотреть, что внутри еще. Я вот здесь. Так. А, двигатель можем починить, отлично. Морфин внутри есть. Два Ленфилда, один Чейзет. Магазин. Двигатель я, наверное, сейчас починю. Все. А у меня вот канистра есть, 5-литровая. А она полная? Ты еще таскаешь? А, она нужна вообще? Ну ты 5 литров, а она здесь 20-литровая.
Не, она полная или пустая? Очень вопрос. Не знаю, посмотри, к чему на ней написано. Так, машинка, стой. Стой, прекращай катиться. Не написано. Ну у нас здесь, там выкинь ее нахер, у нас здесь 4 20-литровых канистра. Не знаю, ничего не видно. Под елочкой положи. Так, все, я тут ложусь, короче. Вот. Да? Угу. Я сверху тогда позицию занял. Я снизу под елочкой, так. Хреново видно. Все. Ладно, так будет видно. Аборт. Дисконнект. Exit. Exit.